Привет-привет. Так, я уехала на обед, и мы сейчас будем обедать вместе с вами. Правда, обед у меня сегодня такой специфический. У меня морковушка и хумус. Так, сейчас откроем хумус. Я сижу напротив, сейчас, погодите, я вам покажу, напротив чего. Ну, рыбок, конечно, нету. Хотя рыбки, может, есть. Тут очень часто бывают эти. Рыбаки. Наверное, они ради чего-то сюда приходят. Чайки, утки. И у нас с вами обед. Хумус с морковушкой. Он немножко кисловат. Хумус классический. Я обычно не такой покупала. Рестория шеф. У нас, по-моему, 5 градусов, 16 или 20. Ну, сейчас мгновенно все распустится. Уже прям где-то маленькие листочки. То есть прям вот сейчас раз-раз, буквально, мне кажется, дело нескольких дней и все. И начнется буйное цветение. Тоже черешня начнет цвести под окном. Красотища. Такая женщина колоритная пошла. Не успела. Ну, ты же не успела. Ничего показывать прохожих. Ну, женщина колоритная. Где мои ключи? Конечно, только я так могла лохануться. У меня в сумочке теперь дополнительный комплект. Теперь главное, что выходить с сумочкой из машины. Завтра у нас святой день, пятница. Женщина снимает уточек. Надеюсь, не то, как я в машине разговариваю сама с собой. Ну, даже если так. Пущай наслаждается. Мы же с вами сейчас наслаждаемся обедом. И часом свободного времени.
Сейчас мужик припаркуется рядом. Кстати, какой-то магазин. Я даже не знаю, что с обратной стороны. Вывесок нету. Может, какой-то магазин для своих. Кто знает. Запчасти, еще что-то. Сейчас все зацветет, как-нибудь поеду в усадьбу быка погулять. А мужичок пошел к речке. Хотела заснять, но он не в поле моего зрения. Мне не хочется двигать штатив. У меня штатив, у меня этот приблуда, короче, к стеклу приклеена. Там вам все равно будет ничего не видно. Видимо, вышел погулять, как и я. Пропиздец. Потерялся. Не успела. У меня на телефоне нет такой функции, что ты снимаешь и можешь камеры переключить. Он приходится остановить, включать. Ну, короче, не успел, девочка. Ну, все засняла. Так, значит, о планах на будущее. Завтра святой день, пятница. А в субботу мне должен приехать телевизор. Доставка Озона. Можно было бы, конечно, в воскресенье это все повесить. Ну, не знаю, сложится ли в воскресенье. Люди гуляют. Боже, когда же я уже вернусь к удаленной работе и вообще к возможности в будний день пойти погулять в усадьбу, не знаю, заехать в магазин. Все-таки офисное рабство это... Это прям не мое. Ну там желтые, там одуванчики что ли уже начали цвести? А нет. А я помню, я же тут как-то на днях мимо этой реки ходила, и там желтые цветочки. Не одуванчики, просто такие желтые первоцветы. Ну, я вам скажу, в этом году весна у нас очень даже. В моем детстве 9 мая всегда уже была сирень. Всегда цвела прям буйно-буйно. Тюльпаны, сирень. Ну, мое детство прошло в городе Воронеж, поэтому там южнее. А тут, вот, в прошлом году, я точно помню, что весна была холодная и очень прям сирень не зацветала долго.
Блин, чаек столько, уток столько. Что они там едят? Значит, наверное, есть рыба. Мальки какие-то. Я устала уже жевать. Морковка. Я устала тебя жевать. Вчера у меня ни сил, ни настроения не было что-то готовить. Ну, ладно. Как-нибудь. Так что вот такие дела. Майские праздники отгуляем. И все, дальше лето. Я еще так и не доехала машину помыть. Может, как раз вот в воскресенье запишусь поменяться. Шину поменять. Помоюсь. Вроде так основная масса желающих прошла. Уже такого ажиотажа, мне кажется, уже нету. Я помню, что я все время шины меняла как раз на майские праздники, на начало. И мыла машину, и шины меняла. Так что это, наверное, рано я еще. Ну, посмотрим. Кажется, все равно это делать надо. Какой-то долгий у меня сегодня обед. Реально, я устала жевать. Еще, кстати, очень вкусно хумус. Ой. Цветной капусты, вот именно с сырой. Брокколи сырыми свежие не ела. Но видела, по-моему, или в ТикТоке, или где-то. Все тоже можно. И вкусно с сельдереем. Морковка вкусная. Хумус, ну. Ну,
Ну так, средняя. Не самый лучший хумус, который я ела. Я в своем задумалась. А ты вспомнишь, у меня же камера включена. Ой, девочки. Старость не радость. Тетенька вообще в футболке уже гуляет. Я в офисе сидела, даже немножко примерзла, потому что отопление же уже отключили. Солнце пока не на стороне нашего кабинета. Ну, так прохладненько. Кстати, про батареи. У нас, например, батареи дома, у меня дома, просто с бешеной теплотой работают. Когда их выключат? Хотя бы убрали бы, было бы не настолько интенсивно. Не знаю, какой-то, блин. Совершенно непродуманный расход. Все. Заканчиваю жевать. Ну, наконец-то. Сейчас дожуем. Я посижу. Интервью посмотрю еще. У Кати Гордеевой вышло новое интервью. Сижу, посмотрю. Израсходую час своего рабочего, своего обеденного времени. Поеду в офис. Ну что? Всем хорошего дня, хорошего настроения, вкусных обедов. Пусть планы сбываются.